Здравствуйте! Сегодня будет у нас в дочке нож финского типа, кожаные ножны в виде коня. Также на навершии имеется фигура коня из латуни и медный больстер. Рукоять изготовлена из березы карельской. Длина клинка составляет 14 см, толщина по обуху 3,5 мм. Геометрия данного клинка легкая, ромбовидная. И для того, чтобы мы могли зажать в цилиндрированных зажимах, и чтобы нож не шатался, мы наклеили малярный скотч, ленту, и также еще пару полосок, для того, чтобы он у нас как раз не шатался. По поводу стали. Сталь здесь идет углеродистая. Сейчас под микроскопом вы видите состояние ножа до заточки. На режущей кромке присутствует выкрашивание, а также замятие. Для заточки мы будем использовать камни барайт. Ну а также финиш мы проведем при помощи Арканзаса Translucent, а также остаточный заусенец будем убирать с помощью чистой кожи. Зажали нож в цельнофрезерованных зажимах. Точить данный нож мы будем в 40 градусов. Для этого устанавливаем угломер, обнуляем. И на держателе абразива выставляем необходимый угол заточки. То есть 20 градусов на сторону. Выставили, зафиксировали. Начали с камня Барайт 220 серии Т2. Добавляем пару капель масла. И приступаем к заточке. Сейчас проработали 220 камнем, восстановили РК и перешли на 320 камень, будем уменьшать риску. Закончили с 320 камнем, сейчас будем уменьшать риску с помощью 600-го. И работаем также по заусенцу. Взяли 800-й камень и уже данным камнем будем уменьшать риску. Сейчас протираем от шлама. И устанавливаем камень 1200. Сейчас будем производить финиш на камне Arkansas Translucent, и так как толщина камня отличается, воспользуемся электронным угломером, чтобы компенсировать угол заточки. Вот выставили, зафиксировали. Добавляем масло. И будем сейчас использовать желтую пасту Luxor. Как раз, чтобы у нас Arkansas быстрее работал, после чего мы уже будем работать только чистым Арканзасом. И приступаем. Ну и Арканзас нам придется поработать немножко дольше, чтобы убрать риску от 1200 камня. Ну и чем дольше мы работаем природником, тем лучше.
Сейчас убираем весь шлам с Арканзаса. И уже чистым Арканзасом сейчас еще проработаем. Начинаем финальные движения. Сейчас на чистой коже уберем какой-то остаточный заусенец парой движений. И давайте проведем тест на газете. Сейчас под микроскопом видите состояние ножа после заточки. Арканзаса мы придали небольшую матовость, уменьшили риску, ну и также ровная и чистая РК. В итоге у нас нож получился острый и достаточно агрессивный. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, а также вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш Инстаграм.